По проекту обновления Конституции уже поступило около 6 тысяч предложений от граждан. Свои идеи можно оставить на сайте Национального правового портала. Референдум может состояться во второй половине февраля 2022. Учения России и Беларуси пройдут с 10 по 20 февраля. Итогом мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению безопасности союзного государства. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулище. Второй энергоблок БелАЭС начнет работу примерно в конце февраля, начале марта. При этом его сдача может состояться уже летом. Ядерное топливо загрузили в реактор еще в декабре. Сделано это было в рамках этапа физического пуска. Билеты на зимнюю Олимпиаду в Пекине продаваться не будут. Это решение принято исключительно ради обеспечения безопасности здоровья людей. При этом зрительские места все же будут заняты. Попасть на игры смогут только жители материковой части Китая. У православных крещенский сочельник. Верующие готовятся к одному из главных праздников. Им церковь отмечает евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В Бобруйске купели подготовят в районе грибной базы и на втором городском пляже. Окунуться можно будет 19 января с 9 до 22 часов.